Одну птицу, одну мышь, одну лягушку и 5 стрел получил в дар от скифов вождь персов Дарий, войдя с войсками в их пределы. Дарий подумал, что это символы земли и воды, и скифы просят у него пощады. Но жрецы растолковали подарок совершенно по-другому. Если Дарий не отступит, ему не спастись от скифских стрел ни на земле, ни в воде, ни на небе. Так описывал в V веке греческий историк Геродот события, связанные с походом Дария в скифские земли. Скифы. Кто они? Мы продолжаем цикл программ о древних народах и государствах. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте, господа. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Наши предыдущие передачи были посвящены религии, обычаям скифов, их армии. И вот мы выяснили тогда, что скифская армия вовсе не какая-то там орда неорганизованная. Скифские вооруженные силы были силами весьма и весьма организованными. В них царила строгая дисциплина, строгое соблюдение субординации, высокий уровень боевой выучки, традиции боевого братства. Вот когда мы говорили о скифских обычаях, несколько кровожадных, да, мягко говоря, все они были связаны, конечно, с войной, мы не рассказали об одном обычае, тоже весьма интересном, обычае боевого побратимства. Бралась чаша с вином, и 2 скифа, будущие побратимы, делая надрез на руке, добавляли туда свою кровь. После этого в этот сосуд погружали стрелы, акинак, топорики, читались длинные заклинания. И из этой чаши пили как сами побратимы, так и самые уважаемые скифов, которые тем самым как бы гарантировали исполнение этого договора. После этого люди считались уже братьями. Вот. И, кстати говоря, есть такие бляшечки, на которых изображены 2 скифа в обнимку, которые пьют из одного рога. Да, или из черепа. Из черепа нет. Нет. Именно рог, как из ритона. Вот, поэтому, несмотря на то, что расслоение в скифском обществе было очень велико, вот очень многое сглаживалось за счет взаимовыручки, за счет родового какой-то солидарности и вот за счет вот этого обычая побратимства. А с какого возраста начинали учить военному делу? Да, практически, как и девочек. И девочки, и мальчики должны были уметь скакать на коне, стрелять по движущейся мишени, стрелять по неподвижной, стрелять вот на скаку с полуоборота, уметь обращаться с пращой, с дротиком, с копьем. Ну, то, что, так сказать, по силам, такое легкое метательное оружие. Нужно сказать, что, наверное, именно скифам принадлежит вот идея и воплощение в жизнь создания легкой кавалерии. Поэтому, в принципе, скифская конница была и непобедима. Геродот о скифах и народах Причерноморья. Народ их моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. И было у него 3 сыновей. В их царствование на скифскую землю с неба упали золотые предметы – плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошло, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат. И опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев. Но когда подошел третий, младший брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. Потом мы говорили о структуре армии. И говорили, что если у греков, например, основу армии составляла пехота, а
конница была такая, в общем-то, подсобная, то у скифов, как и у амазонок, в основе все-таки конница, причем легкая кавалерия. Хотя, конечно, там были и стрелки из лука, копейщики, но такой роли они не играли. Дело тут не только в том, что греки там не имели стремян, в Греции лошадь была очень дорогой, и, в общем-то, животное редкое, а дело еще и в породах, потому что греки все-таки выращивали лошадей на потребу, на утеху. То есть это парадные выезды и скачки, чтобы лошадь приходила первой, была красивой, изящной, там, с лебединой шеей. Они облегчали эту лошадь и делали ее очень изящной. Поэтому лошадь, конечно, на ближней дистанции приходила первой, после чего выматывалась совершенно. Скифские лошадки... Ну, спринтерская была. Да, скифские лошадки продолжали скакать. Но когда речь шла уже о создании конницы, тем более потом тяжелой конницы, выяснилось, что проблема выносливости лошадей очень и очень выходит на первый план. Потому что даже тогда, когда нужно было из какого-то места, ну, скажем, об боевых действиях куда-то передать известие, посылали гонца, скорохода, а не всадника, потому что, вот мы знаем, о победе при марафоне был послан скороход, воин, который вот без перерыва бежал вот эту дистанцию, которая потом стала называться марафонской, добежал до площади в Афинах, сказал: «Наша взяла, мы победили», тут же рухнул замертво. Лошадь бы рухнула раньше, тем более при таком бездорожье, которое было в Греции. Вот, поэтому где-то уже в 4 веке до нашей эры этот вопрос стоял. Начали лошадку теперь уже утяжелять. То есть вот эти вот две противоположные тенденции, которые не способствовали улучшению породы. Лошадка, в общем-то, могла максимум на себе нести очень маленького роста седока и очень легкого, и желательно даже вообще, не то что там с оружием или даже льняным хитоном, а вообще желательно без одежды, она просто не выдерживала. Вот. И потом еще надо сказать, что методы воспитания лошади, или, скажем так, дрессировки, были очень негуманны, скажем так. Вот греки, например, использовали так называемые строгие удила или жесткие. То есть псали, грызла и нахрапники, они были шипованные, металлические шипованные. Садисты просто какие-то. Конечно, садисты. Вот эта вот часть сбруи, которая помещалась лошади в рот, называется грызла, вот она была с валиками, усеянными острыми шипами. Таким образом, натягивая поводья, всадник сразу вот этим болевым способом воздействовал на нос, губы, щеки, небо, язык лошади. Поэтому если всадник был неумелый, горячий или просто жестокий человек, он мог порвать лошади рот. Она тогда просто вставала на дыбы и в этой вот кровавой пене мчалась, не разбирая дороги. Это первое. Потом появились такие вещи, как уже в 5 веке до н.э., как шпоры колющие, которые либо прикреплялись к сандалиям, либо просто наматывались на пятку. Ну и плюс еще плетка была в несколько хвостов, и таким образом, конечно, это было очень жестоко. Хотя, вот, скажем, Ксенофонт – это наш как бы главный специалист, потому что он и историк, он как бы и хозяйственник, и воин. У него есть трактаты об охоте, о лошадях. Он вообще-то советовал не злоупотреблять вот этими вот достижениями человеческой мысли. Хотя нужно сказать, что вот Homo sapiens sapiens в каких только сферах не использовал достижения человеческого гения. Ну, например, вот до нашего времени дошла такая надпись Гетеры Лисидики, которая посвящает Киприде плетку и золотую шпору, коей она понукала коня, который лежал на спине, но шкура его не порвала, поскольку доехал он быстро. Так вот, в отличие от двуногих, четвероногие животные никакого восторга от этого не испытывали. Поэтому, в общем-то, греки по большому счету лошадь испортили. Во-первых, вот эти две противоположные тенденции. Сначала они ее облегчали, а во-вторых, утяжеляли. И получили они, конечно, лошадь хрупкую, с лебединой шеей, с хорошими ногами, крепкими бабками, но с тяжелым крупом. То есть уже порода была запорчена, первоначально очень хорошая. Вот скифы, как люди далекие от цивилизации, простые, любящие свободу и природу, они лошадок своих так не мучили. Ну, потом они кочевники. Все. Они кочевники, да. Кстати, они не использовали вот этих строгих удил. Вот. Нагайка, конечно, была.
И надо сказать, что вот благодаря этому вот эти вот лошадки скифские, они сохранили вот эти первозданные черты, которые перешли к ним от предков. Поэтому вот, то есть вот все лошади и скифов, и других центральноазиатских племен, они происходят от общего предка, вот этой знаменитой лошади Пржевальского. Поэтому у них вот и масть такая, то есть буланная, гнедая, и они такие коренастенькие, такие вот несколько приземистые, но очень выносливые, что важно, когда там за год 1000 километров проходили в кочевьях, и умные лошади, сообразительные. В качестве примера у императора Адриана был любимый конь для охоты – Борисфен. Ну, даже уже по имени ясно, Борисфен – это Днепр, что это скифская лошадка. И вот когда вот друг умер, значит, он был похоронен, и на могильной плите было начертано вообще вот все его достоинства, в том числе и то, что во время охоты он совершенно не боялся вепри. Поэтому, в общем-то, на тот момент вот эта скифская лошадь, она была, может быть, так сказать, это и определило то, что скифская конница была непобедима. На основе скифской лошади потом персы вывели более тяжелую лошадь и для своей тяжелой конницы. Однако, вот, может быть, потом мы об этом поговорим, от скифской конницы персидская драпала так, что сминала даже собственных пехотинцев. Вот. Мы говорили немножко о стратегии скифской войны, мы говорили о тактике. Ну, может быть, наиболее интересная тактика – тактика заманивания противника вглубь территории, выматывания его. И в то же время политика… Уход от боевого соприкосновения. С одной стороны, да, потому что скифы у себя дома, их поймать невозможно. Они всегда на один день, два дня перехода все равно впереди. И появляются внезапно, неизвестно где, неизвестно откуда. Уводят лошадей, уводят скот, а лишают таким образом еды. Допустим, самих персов. Что самое интересное, уходя, они засыпают источники, колодцы, и вытаптывают траву. При этом ни одного выстрела. Вот, наверное, нам, может быть, наиболее такой характерной вот этой вот тактикой они воспользовались во время похода Дария, непобедимого. Дарий I, персидский царь из династии Ахменидов, подавил восстание в Вавилоне, Персии, Мидии, Маргиане, Эламе, Египте, Парфии, Сатагидии и скифских племен в Средней Азии. Около 518 года до нашей эры завоевал северо-западную часть Индии. В 512 году, по сообщению древнегреческого историка Геродота, совершил неудачный поход против скифов при Черноморье. При Дарии I начались греко-персидские войны. Дарий I провел ряд реформ, в результате которых вся держава была разделена на военно-административные округа, а представители персидской знати получили должности сатрапов и начальников крепостей, а также наследственные владения в различных странах империи. Вроде бы классовое общество скифов. Очень сильное, вот когда мы будем говорить о курганах, различия. То есть были как очень богатые скифы, я уж не говорю о царских скифах, была рядовая знать, были просто обычные общинники, а были настолько бедные скифы, которые просто спали на земле и питались падалью. Там, павшими лошадями. Тем не менее, вот не было вот этих классовых столкновений. Во-первых, вот эти вот родовые племенные связи, которые, тем не менее, законсервированными оставались. А беден ли там родич, или он там богат, вот как-то все, всем родом, все обязательно помогали. Вот. И кроме того, собственно говоря, у бедного или почти совсем нищего скифа, но всегда же была возможность выслужиться, всегда была возможность стать богач. Это война. Пожалуйста, добывай, все, что ты добыл, это твоя добыча. Тем более, что мы помним, там в зависимости от того, сколько он голов приносил, столько вот он и получал из общей добычи свою долю. Поэтому вот при этом как-то было сглажено все это. А потом, кроме того, кроме войны же еще были и походы такие, когда были кочевья, переходы, голод, уход за скотом, воспитание молодняка. Враги могли просто угнать скот, тогда начинался голод или, допустим, какие-то снегопады. Если бы это все общество
не только по классовому составу, но также там мужчины, женщины, дети, не было сплоченным и не помогало друг другу, они бы, конечно, вот не смогли переносить. Вот, то есть они бы и в войне не были такими вот едиными и сплоченными. Ну да. Ну, возвращаясь к Дарью, наверное, надо сделать некую преамбулу. Ведь прежде чем попасть в места обитания скифов, ему пришлось проделать достаточно приличную дистанцию. Да. Ну, прежде чем говорить о походе Дарья, надо сказать, что скифское общество, которое мы знаем, оно, к сожалению, общество бесписьменное, поэтому сами-то скифы ничего о себе не оставили. Хотя, судя по всему, в их истории много было разных событий. Поэтому все, что мы знаем об их истории, это то, что рассказали античные авторы. Там есть разные эпизоды, связанные с Филиппом Македонским, там есть и уже во втором веке, связанные с борьбой с Митридатом VI Евпатором. Но для скифской истории самым ярким моментом, о котором впервые написал Геродот, но потом другие античные авторы еще много-много раз повторяли, поскольку считали, наверное, это пиком такой всей скифской истории, и самым главным достижением это была борьба с Дарием. Ну, во-первых, вот этот знаменитый поход, а он является очень показательным, поскольку здесь было не просто некое столкновение, а здесь было столкновение сверхдержавы, поскольку Дарий унаследовал от своих двух предшественников, от Кира II, от Камбиза, уже державу, которая простиралась от Западной Малой Азии до Северо-Западной Индии. То есть это была сверхдержава, конечно. И вдруг какое-то это самое кочевое... Это не государство еще, это все-таки племенной союз. И это был один из редчайших случаев, хотя второй случай, когда вот эти кочевники, мы уже упоминали о случае с самим Киром, который погиб, сражаясь с массагетами в Средней Азии, и оказалось, что вот это мощнейшее государство не может покорить вот этих самых странных людей, которые вроде находятся на более низкой стадии развития. Не всегда великая держава может победить небольшой, но героический народ. К тому моменту, когда Геродот услышал, это середина V века, то есть приблизительно прошло около 70 лет, вот этого, ну, 60-70 лет, некоторые говорят, что Геродот воспроизводил тот эпический, возникший к этому времени рассказ, который у скифов об этом событии существовал. Так вот, суть заключается в том, что Дарий I, конечно, был выдающимся, одним из самых, может быть, выдающихся персидских царей. У персов было много хороших царей, действительно, правителей великих держав. Вот когда в монархии приходит к власти личность недостойная, тогда такие державы и кончаются. Поэтому Дарий III, вот последний, и стал недостойным соперником Александра. Но Дарий I был великим человеком. Он подавил все восстания на территории своей державы, пришел к власти, и поэтому вот его поход, ну, обычно историки датируют, у нас нет точной даты, это где-то от 520 до 507. Ну, чаще всего встречается вот такая средняя цифра, 514 год. И вот считается, ну, по Геродоту, он собрал армию в 700 тысяч человек. Ну, это, конечно, безумие. Никакой такой армии не было. Ну, Геродот потом напишет, что миллион человек Ксеркс приведет в Грецию. Нет, ну, древние как-то очень так спокойно оперировали такими безумными цифрами. А дотошные немецкие военные историки, особенно Дельбрюк, который этим занимался, они посчитали, что в те времена собрать армию больше 100-150 тысяч, даже персам было очень тяжело. Вот. И этот поход, он, ну, во-первых, спорит, зачем он вообще пошел на этих самых скифов, что они ему сделали и понадобились. Ну, во-первых, считается, что официальным лозунгом похода, а всегда, когда мы совершаем какие-то даже неправые действия, мы должны каким-то образом себя оправдать. Так вот, идеологическая основа этого похода – это была месть скифам за то, что они в 7 веке пришли в Азию. Мы, по-моему, говорили на одной из первых передач, вот когда кимерийцы сначала пошли. За ними скифы. И считается, что власть скифов, ну, правда, в Закавказье только, продолжалась около 20 лет. Ну, а потом, так сказать,
там вождей скифских перебили, и в 585 году их оттуда как бы выгнали. Так вот, это месть за те события, которые произошли. Просто я хочу напомнить, что когда Филипп будет готовить, Филипп Македонский будет готовить поход против персидской державы, опять-таки основным идеологическим лозунгом этого похода будет месть персам за поход Ксеркса 480 года. Пройдет 150 лет. Другие считают, что, ну, одна из версий, что он собирался пройти через Северное Причерноморье и вернуться и закрыть так называемый проход по восточному берегу, по восточному Закавказью. Обычно вот эти вот ворота, дарьяльские вот эти, там чаще всего проходили. Потом там и будут, там и в средние века будут самые сложные моменты. В Закавказье все оттуда обычно сыпалось вниз. Вот. Другие говорят, что он просто хотел обезопасить северные границы своей потенциальной территории. Ведь он должен был захватить Фракию, должен был захватить Македонию с тем, чтобы совершить нападение на Грецию. Кстати, это тоже вполне реальная версия, потому что когда тот же Филипп, а потом Александр будут готовиться к походу на Персию, они прежде всего захотят защитить свои северные границы от иллирийцев и фракийцев, которые, ну, все время представляли опасность для, собственно говоря, территории Македонии. Так вот, мы говорили о том, что он сначала совершил действительно долгий путь, естественно. Не было, слава богу, транспортных самолетов, которые выбрасывают десант на территории потенциального противника. Поэтому вся эта огромная орда, пускай не 700 тысяч, но меньше, она продвигалась из глубин Персии, пройдя Малую Азию, дойдя до зоны Боспора, правда сказать, там, где отделяется у нас Азия, собственно говоря, от территории Европы, был построен мост. Вот. Ну, это был понтонный мост, причем он был достаточно удачный. Это не Ксеркс, который там были всякие неприятности во время его похода. Причем грек, инженер, который построил, заслужил благодарность. И Геродот говорит, что по поводу этого моста были высечены даже две стелы с надписью о свершим событии. Переправившись на территорию Европы, он дальше продвигается по побережью Фракии, то есть там, где сейчас у нас Болгария, там Румыния. Вот. И, судя по всему, основная цель была даже не столько местные племена, сколько местные греческие города-полисы. Вот. И главным, пожалуй, моментом в этом рассказе является то, когда Дарий подходит к великой реке Дунаю, то есть Истру, и здесь опять-таки сооружается мощный, это же уже не зовье Дуная, это очень могучая река. Вот опять сооружается вот этот самый понтонный мост. Вот, и по этому мосту переправляются на другую сторону. А интересно, как они понтоны в то время делали? Нет, дело в том, что это, я условно сказал, понтоны это были просто корабли. Вот, причем, судя по всему, не специально сделаны обычные корабли. Другое дело, что на кораблях снимались мачты, и их ставили, ну, носами и кормой по течению. То есть, в смысле, не бортом, а чтобы уменьшить силу сопротивления. Потом их связывали, настилали вот эти самые доски. И таким образом этот... Дело в том, что помимо сухопутной армии, естественно, был и флот, который следовал за армией по побережью. Который, конечно, греки дали. Да, и, кстати говоря, ну, не только греки, но значительную часть составляли, к сожалению, покоренные тираны, к этому... да, которые поддерживали персов. Да, покоренные ионийские греки. Вот. И они потом сыграют определенную роль в дальнейшей истории. Потому что Дарий, переправившись, вообще-то хотел сразу разрушить мост, поскольку он якобы собирался вернуться другим путем. Но один из греков, ионийцев, сказал, ну, неизвестно, что как может... Как карта лежит. Лучше оставить. Да, как карта. Он, правда, он не сказал, что ты, великий царь, можешь потерпеть неудачу. Он сказал одну очень мудрую вещь. Он сказал, что, может быть, нам повезет, и мы найдем скифов. А может быть и нет. Вот, понимаете, вот здесь очень... Мудрая мысль, потому что когда говорили о скифах и вообще о трудностях ведения боевых действий с ними, то все отмечали одну очень важную особенность. Скифы – тот народ, который не имеет городов. Это кочевой народ. Их дома на колесах.
Дарий якобы, отправляясь, вручает грекам кожаный ремень, на котором было завязано 60 узелков. И говорит, значит, развязывайте каждый день по узелку, и если, типа, я не вернусь, то можете разрушать этот мост и уходить во свояси. Ну, это очень как-то и для греков, и для персов очень примитивная форма. Зато для слушателя, для читателя Геродота это было очень наглядно. Это такой какой-то фольклорный момент, который, ну, скорее всего, рассказчики Геродота ему дополнили. Да? Ну, чтобы было красиво, чтобы было это. И дальше вот идет уже рассказ непосредственно о самом походе Дария, когда его армия, идет по северо-причерноморским степям, которые в науке называют южнорусскими, а сейчас стали они украинскими степями. Это огромное, огромное пространство, заполненное вот этими безбрежными пастбищами, травами и так далее, где вообще, ну, изредка какой-нибудь курган виднеется, а так это вообще как в море, как в открытом океане, где, в принципе, не видно ничего. Края. Ничего. Поэтому ориентироваться там людям, которые не привыкли к такой местности, это было, конечно, очень сложно. Так вот, Геродот говорит о том, что накануне вот этого вторжения скифы собрали такой совет своих соседей и пытались договориться о том, чтобы действовать против персов совместно. И часть соседей согласились в этом участвовать, часть... Сказали, это против вас, типа, поход, вот вы с ними и разбираетесь. Поэтому скифы разбили свою армию на три части, ну и также их союзники. И две части должны были как бы находиться перед войском Дария и заманивать это войско на восток, к Танаюсу, то есть к Дону. Ну, а другая как бы должна находиться в тылу, и у них будет своя там особая задача. Ну и суть, чтобы просто не затягивать всю эту ситуацию, здесь мы уже упоминали, вот и Лариса говорила, что скифы придумали очень правильную тактику. Это тактика как бы выжженной земли, поскольку персы, по сути дела, отрывались от своих баз снабжения, удаляя степь, скифам и нужно было их заманить в эту самую степь. Поэтому им они не вступали в столкновение. Они оставляли такой арьергард, который все время маячил перед персами, а когда персы пытались их догнать, то скифы просто тихонько, да, быстренько-быстренько исчезали, но так, чтобы не совсем, чтобы противник знал, что они здесь присутствуют. Вот. И в то же время засыпали колодцы, там, ну, если возможно, выжигали степь, которым... Скотинку угоняли. Да, ну, естественно, скот они тоже угоняли. Вот, и вот так вот... заставив войско персов пройти, ну, по Геродоту они дошли все-таки до Дона, и якобы там даже стали строить какие-то крепости, вот, которые так и не достроили. Ну, а потом их провели, подняв их к северным территориям, прежде всего по землям тех племен, которые не согласились участвовать в борьбе. В принципе, войско-то было уже измотано, и было ясно, что ничего хорошего уже ждать не приходится. Причем вот та часть, одна треть скифского войска, которая как бы осталась в тылу персов, они подскакали к Истру и предложили грекам, которые как бы были покорены персами, разрушить этот мост, пускай персидское войско погибнет, а мы, соответственно, расправимся с персами на нашей территории. Ну и одни греки решили послушать этот совет, другие, это же были тираны, вот Лариса говорила, которых поставили персы, сказали, что не нужно этого делать. Кстати говоря, среди тех греков, которые советовали разрушить мост, будет знаменитый Мильтиад. Вот мы уже сегодня упоминали о марафонском сражении, о марафонском беге. Вот этот самый так называемый Мильтиад-младший был среди этих представителей ионийских греков. Потом он уедет в Афины. И когда все это было таким образом сделано, наконец-то персы все-таки послали к скифам такое требование. Ну, это часто встречается, вот это требование в разных ситуациях, к другому
сказать, другой враждебной стороне. Ну и Дарий заявил, повторяю, это уже была середина похода или ближе к концу. Если вы сильны, то сражаетесь, если вы слабы, то вы должны подчиниться мне. Ну и на что скифы ответили, что в принципе мы не имеем городов, мы не имеем того, что вы можете захватить, если хотите, мы не боимся вас. Это наш обычный способ ведения борьбы. Вот если вы захотите сразиться с нами, пожалуйста, найдите, догоните. Найдите могилы наших предков, и тогда вы увидите, будем мы за них сражаться или нет. Описывает, что все-таки должно было состояться генеральное сражение. Оба войска выстроились друг против друга. Но в самый решающий момент вдруг персы заметили какую-то суету. И вражеское войско вдруг рассыпалось и разбежалось. «Что случилось?» – спросил Дарий. Говорят, войско скифов забежал заяц. И все воины бросились в погоню за ним. «Как же они не уважают нас?» – сказал Дарий. То есть вот это высшее проявление презрения. Да. То есть для них вот эта охота за каким-то зайцем. Да, вместо того, важнее. Чтобы сражаться с врагом. Да. Вот. Ну а потом, после этого дня, и произошел знаменитый случай, или перед этим, там по-разному немножко есть интерпретация, о том, когда скифы прислали свои знаменитые дары. Это птицу, это лягушку и мышь. И также 5 стрел. И Дарий истолковал это так, что они отдают ему свою страну, потому что мышь на земле, там лягушка. Лягушка в воде, птица даже, в небе. Да, птица в небе. Хотя там про лягушку, там, как ни странно, у Геродота написано, что... А нет, про птицу написано, что птица такая же быстрая, как кони. Ну, а стрелы они сдают, соответственно, оружие. Но один из его соратников истолковал иначе. Если вы персы, не улетите в небо, как птицы, если вы не спрячетесь в земле, как мыши, не запрыгнете в болото, как лягушки, мы вас поразим вот этим нашим оружием. Хотя, знаете, есть еще одна, ну, это не то, что он Геродот, а уже у современных исследователей, есть еще одна интересная интерпретация, что вот эти дары, они, по сути дела, есть модель скифского мира. Поскольку весь скифский мир делится как бы на три. Мы уже говорили, птица – небо, мышь – земля, лягушка – вода, что чаще всего сопоставляется с подземным, нижним миром. Трехуровневая модель, да. А вот стрелы, они, как ни странно, они олицетворяют пространство. 4 стрелы – это есть 4 стороны света, а 5-я стрела – это та, которая находится в центре, как мировое дерево, и она символизирует, если там 4 стрелы – это так называемая горизонтальная организация пространства, то стрела посередине – это вертикальная. Так вот, мы защищены со всех сторон, поэтому ваши притязания, они не имеют никакого значения. Вот, и поэтому, когда Дарий понял, что этот народ победить нельзя, особенно вот после этой истории с зайцами, он решил, и правильно решил, вернуться назад. Поэтому, чтобы не подвергнуться нападению, а скифы, и уже Лариса об этом говорила, время боевых действий изматывало персов партизанскими действиями. И, естественно, если бы персы попытались отходить, их просто измотали арьергардными боями. Поэтому Дарий приказал в лагере зажечь костры, оставить этих ослов, которые громко орали. И вот Геродот пишет, что вот скифы единственное, кого боялись, это ослов и мулов, поскольку данное животное в их стране не водится. И причем здесь опять-таки интересный момент, здесь скифам слегка не повезло. Поскольку скифы считали, что персы пойдут по территории неразоренной, вот, они попытались их догнать, и оказалось наоборот, они их обогнали и пришли к мосту раньше, когда персов еще не было. Вот, и там вот я уже говорил о том, что была просьба грекам
разрушить, но греки мост. Только, да, мост, греки разобрали только ту часть моста, которая была на северном берегу, остальную сохранили. Ну, а скифы потом уже говорили о том, что, а это пишет Геродот, что вы, греки... презирали страшно малазийских греков. Да, что у вас не просто... рабы, хуже да, рабов. Что у вас сознание рабов. Да. Вы могли получить свободу с нашей помощью. Причем чужими руками. Они могли освободиться от этой вот тирании персов, ничего при этом не прикладывая. Но решили остаться под ярмом. Вот. И поэтому, в принципе-то, войску Дария и удалось спастись. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, судя по всему, потери персов были достаточно большими. Извините, Андрей, я так полагаю, что вот эти арьергарды скифские, они все-таки постреливали. Естественно, так врагу не давали самое главное. Плюс ночные вылазки. Да, и там написано, Геродот, и эти вылазки они особенно делали ночью. То есть они изматывали противника, не давали ему ни минуту покоя, поскольку они хорошо знали местность. Они прекрасно здесь ориентировались. И вот эта вот тактика вот этих партизанских набегов небольшими отрядами, они избегали. Я не особенно верю, что скифы собирались вообще-то участвовать в лобовом сражении. Вот, скорее всего, но это было не нужно. Совершенно. Совершенно не нужно. Вот, нужен был просто такой красивый рассказ. Ну, вот. А главное, поставленная цель достигалась без особых хлопот. Да. Да. Без потерь. И без потерь. Самое главное, повторяю, скифы выиграли эту тяжелейшую войну. Вообще-то любой противник понес бы страшные потери в этой войне. Но скифы не потеряли городов, не потеряли своих жен, детей, свои стада и так далее. Потому что противник ничего не мог захватить. Ему ничего не дали. И в то же время армия вот таким образом, вот этих бескрайних пространствах степи Северной Причерной. То есть скифы – это тот народ, который наиболее оптимально смог использовать для своей жизни, для своей обороны те сложные условия, в которых им пришлось жить, расти, развиваться и так далее. И в дальнейшем, повторяю, персы больше уже не повторяли вот этих самых попыток. Это было бессмысленно. Поймать скифов нельзя. Приблизительно время года определить, когда это происходило, нельзя? Ой, нет, ну могу только сказать, что раз была трава, значит, это лето. Потому что если бы это по зиме бы они не пошли, персы бы не пошли. Потому что нужно же было кормить ту же самую конницу вот этим самым подарком. А снега там были. Да. Геродот о скифах и народах Причерноморья. 8 месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет. Разве только если разведешь костер. Лошади легко переносят такие суровые зимы, тогда как мулы и ослы их вовсе не выдерживают. Проводя некую аналогию, был такой африканский Наполеон, Шака Зулу, вождь зулусов, который воевал против англичан, воевал очень эффективно. Он пользовался тактикой выжженной земли, но по-африкански. То есть англичане углублялись в территорию саванны, и вокруг них по каре зажигалась степь, сухостой. Что после этого происходило, называлось «Кто не спрятался, я не виноват». И в войнах межплеменных, которые ведутся в Африке по сей день, зажечь траву вокруг противника считается большой удачей, потому что можно уже не напрягаться. Кто выбежит оттуда... Ну да, того расстреливали, наверное. Ну да. Ну скифы гуманнее, они все-таки дали возможность противнику. Или трава была свежая, не горела. Скифы смогли, вот эту очень хорошую, у персов была прекрасная армия, но они смогли ее превратить в массу, в толпу. А это не армия. И опять же, если говорить о коннице скифской, персидская не могла ее догнать. Да, вот много раз, сколько персы пытались, естественно, на своих лошадях. Правда, вот здесь вот Геродот, в общем, пишет, что когда скифы атаковали и сами преследовали персидскую конницу, они доскакивали до персидской пехоты и не шли дальше. С пехотой они не сражались. Они сразу убегали. Итак, Дарий ушел. Да. Обиженный, оскорбленный. Да, хотя здесь вроде бы такие, в общем, довольно простые формы были. И стратегии, и тактики, и вообще ведение войны. Ну, просто все гениально и очень просто.
Вот. А что касается причины, по которой, вот Андрей говорил, пошел персидский царь, якобы мстя, да, за медиан, то это вообще вот такая дальняя история, которую немножечко надо рассказать. Скифы ведь вначале появились в Ассирии где-то в 70-х годах 7 века до нашей эры. Вот. Потом они сначала вместе с медианами и вместе с манейцами они сражались против ассирийцев. Но затем уже второй царь Партатоа, он изменил своим союзникам, женился на ассирийской принцессе. И с этого момента скифы стали самым надежным союзником ассирийцев. Вот когда нужно было с кимерийцами разобраться, отправляли скифов. Когда нужно было нанести хороший такой удар по медианам, опять ассирийцы прибегали к скифам. Кстати говоря, в ассирийских клинописных памятниках скифы именуются как Ашкуза, а в Ветхом Завете – Ашкеназ. Потому что скифы, как мы помним, заходили в Палестину, и там доходили даже до Египта. Вот. Поэтому потом уже, когда все-таки Ассирия распалась, а очень долго она держалась именно за счет скифов, и возникло несколько там новоассирийское царство, Урарту, вот Мидия, мидийский царь, вот этот Кеоксар, он посчитал ненужным такого, во-первых, ненадежного союзника, во-вторых, очень опасного. Поэтому он пригласил на пир самых знатных и самых богатых скифских вождей, опоил их там, а потом, когда они заснули, перебил. Ассирия – древнее государство в Северном Двуречье, на территории современного Ирака. Ассирийская империя просуществовала 1000 лет, начиная с 17 века до нашей эры и до ее уничтожения в 7 веке до нашей эры Мидии и Вавилонии. В 14-9 веках до нашей эры Ассирия неоднократно подчиняла всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Период наивысшего могущества Ассирии – 7-8 века до нашей эры. Ассирийская империя считается первой империей в истории человечества. Мы говорили здесь сейчас вот об армии, говорили на прошлой передаче о наступательном вооружении. Надо, наверное, рассказать об оборонительном. Оно напрямую связано не только вот с вооружением, но и с одеждой. В двух словах, основа оборонительного вооружения вот из материалов – это кожа и дерево. То есть щит деревянный. Или иногда плетеные, обтянутые кожей, с пластинами, бобовидной формы. То есть вот как боб с выемкой наверху. Приблизительно где-то метр, наверное, в ширину. Вот довольно легкий. То есть он был легкий для всадника и для пехотинца. А дальше вот основная одежда – это рубаха, штаны, о которых мы говорили в связи с амазонками. То есть вот эти анаксириды у амазонок были такие обтянуты, а у скифов они были такие свободные. Вот сапоги – скифики. А дальше вот на все это надевалась уже, так сказать, оборонительная защитная одежда. Либо это панцирь был, либо кожаный. Обшитые вот чешуйками различными, металлическими, да, это были бронзовые, были железные. Обязательно был пояс, кроме портупейного, был боевой наборный пояс, было несколько поясов, был набедренник, и тоже это все вот было с металлическими пластинами. И что вот интересно, у скифов помимо, кстати говоря, штаны и рубаха тоже укреплялись вот такими вот бляшечками. Вот. И с одной стороны, это и украшало, с другой стороны, действительно защищало, и очень комфортно было носить, это было не тяжелое. Вот. Но был еще один вид штанов. Только спереди или со спины тоже? Бывали такие вещи, когда только частично, но потом уже, конечно, все покрывали. Вот. Был еще такой вид штанов, который надевался с запахом. То есть он запахивался на спине, впереди связывался. Вот, и получались такие разрезы с внутренней стороны ног, что давало вот возможность свободно двигаться. Вообще очень много было в такой защитной одежде различного рода разрезов, запахов, вот, что очень было удобно для осадника. Значит, сверху вот на эту рубаху одевался наборный пояс из железных пластин. Там уже пластины были пошире, там 9-12 сантиметров, очень эластично все это было. Потом одевался набедренник, который представлял собой букву «П». То есть он закрывал частично живот, там где-то ширина была сантиметров 9, да и сам, кстати говоря, пояс был сантиметров так 12, то есть живот закрывался. И спускалось это где-то до колен по бокам, то есть это своего рода были как бы поножи. Потом был еще малый набедренник. Вот, ну потом я уже говорила об этом. А из чего они были? Кожаные?
кожаной с нашивками. И с пластинками. С пластинками, да. И сверху был тоже, опять-таки, вот либо войлочный, либо кожаный шлем, который был тоже с пластинками. Это была очень удобная одежда, особенно для всадника. Шлем что... или колпак? Это то, что мы называем фригийский колпак. То есть колпак, но он обшит вот этими пластинками. То есть он удобный, мягкий, в то же время вот не тяжелый. Одежда эта была очень удобна для всадника, потому что вот мы вспомним, что не было седел. Поэтому вот чрево, оно представляло, конечно, оно было уязвимо, потому что в седле там все-таки есть передняя лука, а здесь копейщик мог просто в живот ткнуть какой-нибудь там пехотинец. Поэтому защищено было чрево, верхняя часть живота, поясница, и в то же время вот эти вот боковые части набедренника, чешуйчатые, которые спускались до колен даже и ниже, они в то же время закрывали брюхо лошади, что было тоже очень удобно. И вот это вот изобретение скифов, то есть помимо наступательного вооружения, вот эта вот очень комфортная, я бы сказала, эластичная форма, оно способствовало вот скорости, ведь это вот легкая кавалерия. Это не закованные вот в латы, там, как уже там, скажем, поздние римские воины. Но надо сказать, что скифы, тем не менее, не брезговали, а даже им очень нравилось и греческое оборонительное вооружение, например, ну, если они там или как-то в походах брали, или выкупали. Шлемы греческие они очень любили, поножи и кирасы с птеригами. Тоже не брезгали. Вот есть знаменитые гребени Солохи, там один из скифов вот как раз вот выступает вот в таком вот вооружении. Вообще, надо сказать, ну вот на картине Васнецова «Битва славян со скифами» вообще очень точно передано вот не только вооружение и оборонительные, наступательные скифов, но даже и масть и их, и лошадей. Вот эта вот рыжесть такая гнедая, и скифы тоже здесь рыжие, и малорослые. Скифское искусство вообще очень интересно тем, что оно как бы прошло три стадии своего развития, и есть три стилистических направления. Само оно начало формироваться не раньше 6 века до нашей эры, и вот самые древние — это вот то, что они взяли ассирийские, урартские черты, там есть вот эти вот мотивы. Да, считается, что вот как раз время походов на восток, это есть заимствование вот этих сюжетов. Вот на самых ранних вещах там просто как бы копии некоторые, но скифы очень быстро начинают перерабатывать и создавать свой собственный, так называемый, скифский стиль. Второй – это, конечно, греческий. То есть греческий стиль где-то он всегда на поверхности. И, собственно, скифский, который характеризуется вот этим звериным стилем. Да. Там все особенно любимая тема – это когтящий хищник, какой-нибудь кошачий, какую-нибудь несчастную лань когтит, или птица когтит какую-то там лань. Вот, ну, потом... это символы какие-то, не просто же зарисовки с природы. Есть очень большая литература по звериному стилю, и считают, что это очень глубокая семантика, поскольку всегда у нас есть жертва, всегда есть хищник. Вот. И... ну, склонность к символизму очевидна, лягушка, птица, мышь, соответственно, любое животное. Но здесь что-то немножко другое, а вот то, как говорят, другое, вот. Почему это такой кровожадный, вообще кровожадный сюжет? Почему мы должны наблюдать, как на наших глазах пожирают что-то такое? Вот считается, что это есть, опять-таки, один из главных символов скифской культуры – жизнь через смерть. Ну, то есть, или символ победы. Здесь даже не столько победы, а вот символ как бы круговращения, кругооборота и так далее – что, ну, скажем, травоядные идут и едят эту самую траву, значит, хищники едят этих травоядных, потом сами превращаются в землю, в эту самую траву. И вот это постоянство, вот этого кругооборота, жизнь как продолжение. Хотя бы вот с самого начала
когда у нас была еще первая передача, о том, как скифы поклонялись мечу. Богу войны в форме меча. Меч стоял вот воткнутый, а ему приносились жертвы кровавые, его окропляли кровью. То есть вот это вот вроде бы как что-то такое неодушевленное, оно воплощало в себя и силу, и защитника, и Бога, и как бы непосредственное то, что, в общем-то, является... Меч, душа, самурая. Да, именно и душа, меч... именно душа. То же самое у скандинавов, тот же самый принцип. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, здесь много вещей. Поэтому в зверином стиле постепенно появляется такая орнаментальность. То есть более какое-то условное изображение, какие-то более кривые линии. Еще надо разобраться, что это за животное. Очень много таких вот составных животных. Например, хищник, у которого хвост в виде клюва какого-то. Или, скажем, а ноги у него, допустим, в виде там голов хищника. Да, то есть вот такие вот интересные вещи. Более того, скифы очень любили в качестве украшений, ну, особенно на псалях, использовать даже не сами изображения животных, а какие-то вот их детали. Например, изображение лошадиного копыта, лапок с когтем, или, допустим, вот ухо вепря. Вот. Или клюв. Вот просто отдельные. И вот, вот эти вот скифские мотивы, они очень долго прослеживаются до того времени, пока на одном этапе, на втором этапе возникло такое скифо-греческое искусство, вот, в котором, конечно, были мотивы совершенно точно скифские, но там были явные элементы греческие, и греческие даже мифы какие-то были. Постепенно греческое искусство, тем более скифская верхушка была эллинизирована, оно как бы поглотило скифское, ну, так сказать, уже было уже запустение. Но дальше на восток оно сохранилось в Сибири, на Алтае. Вот, может быть, в двух словах можно сказать о том, о той интересной находке, знаменитой находке алтайской принцессы на плато Укок, которую вот раскопала Наталья Полосьмак. Вот, дело в том, что эта девушка была найдена в глыбе льда, поэтому это не то, что мы вот видим здесь скелеты просто, мы видели кожу. И, судя по всему, скифы, видимо, знатные скифы делали татуировки. Потому что девушка, вот у нее плечи, грудь, у нее были в татуировке, руки. Вот все вот эти элементы скифского стиля, известные по другим нашим памятникам, они там присутствуют. Именно вот на коже вот этой вот алтайской принцессы. То есть тогда, когда скифское искусство деградировало, в Сибири, на Алтае и восточнее это все продолжало процветать. А далее вот скифский стиль очень сильно подпитал и китайское искусство, и монгольское, и гуннское. И южно-русское, да и Византию, в общем. Ну, отсюда вот еще эти... далеко. Вот. Это еще... Просто мы говорим, насколько это искусство оказалось живучим. Скифов свой пантеон богов, у греков, понятно, свой. Вот какого-то проникновения греческого пантеона в скифскую культуру не происходило? Они были веротерпимы или жестко отстаивали свои языческие ценности? Все народы древности были веротерпимы, все. Да. То есть до появления монотеизма греки, они вообще, и греки, и римляне, если они появлялись в какой-то другой там области Айкумена, они моментально называли местных богов именами своих, отождествляя. Поэтому, в принципе, мы о скифском пантеоне, мы же знаем от Геродота, вот они называли, в общем-то, какие-то имена они вспомнили. Скифы тоже очень спокойно относились к этому. Ну, здесь есть как бы немножко разные вещи, поскольку, судя по всему, по практике, поскольку скифам приходилось жить, общаться с греками, которые там с 7 века уже были, у них не было проблем на религиозные почве. У них нам неизвестно. Естественно, что скифы иногда совершали набеги. Некоторые считают, что установили даже протектораты над некоторыми. Но не по религиозным причинам, а по чисто экономическим причинам или политическим причинам. Но у Геродота есть два рассказа о том, что, относясь к религии греков терпимо для греков, они в то же время, ну, так пишет Геродот, ну, скажем так, не приветствовали
некоторые культы. Для своих членов, для членов своего общества, ну вот почитание других богов. Хотя многие считают, что это опять-таки там были иные причины. Ну вот один рассказ, связанный у Геродота с так называемым Скиллом. Но надо отметить, это, он был там царский родственник, и, кстати, это историческое лицо, все замечательно. А второй скиф – это Анахарсис. Мы о нем чуть позже поговорим. Но интересно, что вот для Скилла точно считается, что мать, отец был скиф, а мать гречанка. Истрянка. Да, истрянка из Истрии. Вот, и у Анахарсиса, правда, это тоже в более позднем источнике, у Диогена Лаэртского. Вот ранние источники не говорят, но поздний источник говорит, что у него тоже была мать гречанка. Ну, чтобы хоть как-то это объяснить. Так вот, Скилл, который имел дом в Ольвии, и там, значит, совершал, ему нравились действия, связанные с культом Дионис. Но, повторяю, здесь вот важный момент, это особый культ, это экстатический культ. Вот. И когда скифы об этом узнали, то кончилось все очень плохо, значит, и он был вынужден бежать, бежал туда к фракийцам, фракийцы потом его выдали, и его в конечном счете убили. И считается, что и Анахарсис тоже в конечном счете погиб, якобы за то, что у себя на родине выполнял культы, связанные, ну, кстати говоря, не совсем с греческим божеством, даже совсем не с греческим, а культ Кибеллы, это вообще малоазийский культ. Но, отклонение от дедовских обычаев. Да, это было отклонение, причем оба человека происходили из царской семьи. Вот, то, что касается, то, что мы знаем про простых скифов, даже по набору тех греческих предметов, которые у нас встречаются в погребении, а там же масса изображений греческих богов. Да, какая... вот о чем бахические танцы. Бахические и так далее. Они спокойно к этому относились. Повторяю, вот там многие связывают, которые изучают этот случай двух вот этих вот убийств, связывают именно с царским статусом вот этих лиц, которые не позволяли. Ну, а во-вторых, иногда считается, что это было только объяснением, почему это случилось. А там были иные причины, в том числе династические, связанные с этой проблемой. Ну да, надо проблемой. Было подвести. Да, и скорее всего, это потом уже появилось объяснение. Даже в то время вряд ли это было аргументом. Ну да, не так сидел, не так смотрел. Да, ну и поскольку мы же, как говорится, коснулись там вклада скифов в военное дело, то буквально два слова о их преемниках, сарматах. То есть мы помним, что это потомки от браков скифов с амазонками. Потом скифы, кстати, именно сарматы и вытеснили. Так вот, потом сарматы пошли в сторону утяжеления конницы. Если скифы создали легкую кавалерию, то эти шли в сторону утяжеления, и тогда они были, в общем, в принципе, закованы полностью, как сами. То есть скифы все-таки что-то там оставляли открытым. Так и лошади у них были закованы. И они, это было вот что-то такое настолько тяжелое, что если вот такой металлист падал, то сам он уже без посторонней помощи подняться не мог, как об этом пишет римский историк Тацит. Угу. Так вот, есть такая точка зрения, что вот это вот закованное во все вот это вот чешуйчатое вооружение с ног до головы, можно сказать, в металле, сидящие на закованных таких же лошадях с черным плащом, развивающимся за плечами, существует такая точка зрения, что это вот прямой прообраз европейских рыцарей. Конечно, конечно. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.